большие противолодочные корабли во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг», адмиралы и маршалы, Шапошников, Виноградов, Трибуц в территориальных водах «Красного дракона» идут навстречу ВМС Национальной освободительной армии Китая. Портовые буксиры приглашающей стороны по бортам. На ходовом мостике БПК «Маршал Шапошников», китайские лоцманы. Первым подходит «Варяг», флагман Тихоокеанского флота. Адмирал Трибуц на борту со спецназом морской пехоты. Командиров российских военных кораблей на причале встречают с цветами. Капитан первого ранга, командир большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников», капитан первого ранга «Анцир». Я желаю. Спасибо большое. Сквозь туман и качку после многодневного перехода из Владивостока в Циндао через три моря – японское, восточно-китайское и желтое – отряд российских военных кораблей прибыл в Китай для учений. В этом году военно-морским силам Китайской Народной Республики исполняется 63 года. В прошлом году, когда мы были во Владивостоке, я был впечатлен профессионализмом моряков Тихоокеанского флота. Мы хотим посмотреть, как делают наши китайские партнеры. Наше общее военное дело, показать свое, скажем, мастерство, и если будет какая возможность, увидеть и выучиться чему-то у наших китайских товарищей. Оказать теплый прием на своих военных кораблях готовы и российские моряки. Всего за пару часов большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» успевают посетить несколько сотен китайских моряков. Такое же количество ожидает на пирсе. И в заданном районе торпеда падает в воду и начинает круговые движения в воде. Поиск подводной лодки противника, головка самонаведения. Обнаружив подводную лодку противника, включается форсажный двигатель, и она поражает лодку. Вопросы? Надо перевести, да. Это оружие очень сильное. Эсминцы, фрегаты, большие противолодочные корабли, крейсеры, подводные лодки, авиация. Моряки обеих стран ожидают команды выхода в море. Вместе они будут тренироваться освобождать захваченные суда. В этом большой опыт у российских моряков. Уничтожать цели на воде, под водой, в воздухе и на суше. Погода на военно-морской базе в Китае, в городе Циндао, сейчас практически такая же, как в Санкт-Петербурге. Об этом рассказывают военные китайские моряки, которые там обучались. А здесь у причалов совсем рядом с друг другом пришвартовались российские и китайские корабли. Вот это эсминец «Харбин», флагман Северного флота Китая. Рядом большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников». Совсем скоро они выйдут в открытое море, чтобы начать совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие 2012». Максим Гриценко, Вячеслав Амилютин, телеканал «Звезда», Китай, военно-морская база Циндао.